Thank you.
Большой футбол пришел на Альянс Стадиум. Здесь все готово к началу нашей встречи. Остается совсем немного времени до стартового свистка. Ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Трансляцию предсезонного турнира Европейского международного кубка мы приготовили для вас сегодня. Это будет игра групповой стадии. Отличный футбол ждет нас сегодня. Спасибо, Георгий. Первая игра предсезонного календаря у нас сегодня. Хорошая возможность посмотреть на новых и молодых игроков и вспомнить, на что же способны эти команды. Они здорово идут вперед. Есть как продолжить атаку. Неплохо они с мячом играли, но сейчас доигрались и потеряли его. И вот она, возможность проявить себя в игре за новый клуб. Да, дает тренер шанс новичку. Теперь главное показать себя во всей красе. Хорошие нападающие разлетаются на трансферном рынке, как горячие пирожки, но им удалось урвать, пожалуй, самый лакомый кусочек. И пробил игрок. На месте голкипер, здесь ничего опасного. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Пора забивать. Ох, хорошо, мяч пошел, но никого там не оказалось. И уже вблизи своих ворот мяч им удается перехватить вовремя. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Неплохо он с мячом идет вперед. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Чистый отбор, обошлось без фола. И у соперника теперь мяч. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Перехват, эта атака не получается. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. И это удар! Гол! Открыть счет в этом матче! Еще раз гол посмотрим. Отличный пас предшествовал взятию ворот. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Отличная игра в отборе. Будет вбрасывание. Атака продолжается. Уверенно идут вперед. И пробил. Ну, забивать же нужно было. Все условия для гола, а он не попал.
Много ли будет таких моментов в сегодняшнем матче, Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Даже углового не будет после этой атаки. Удар от ворот. Свежий игрок войдет в игру у нас. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку забитым мячом? Здорово играет вратарь. Подали мяч с углового в центр штрафной. Разве это вынос? Атака продолжается. В опасной близости от ворот им удалось все же мяч перехватить. Одну минуту играть, больше не добавили. Перехват, дальше мяч не пошел. На этом первый тайм на Allianz Stadium подошел к концу. Судья отправляет команды на перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Атака прервана. Хороший перехват. Пора бить! И забивает он. Все хорошо. Только где же был вратарь? Вот повтор. Досадная ошибка голкипера приводит к голу. Буквально на ровном месте все произошло. А сейчас место в воротах займет резервный голкипер. Отличный шанс проявить себя. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Пока что обошлось без карточки, но в следующий раз так просто не получится отделаться. Есть шанс развернуть контратаку. Ничего сопернику не пришлось тут делать. Мяч сам к нему пришел. Переходят они в атаку. И пробил! В игре вратарь. В центр штрафной пошла подача. За лицевой мяч оказался, а мог бы за линией ворот. И не просто так мы его вспомнили. Классный матч проводит парень.
Очень хороший матч он сегодня проводит. Мы видим график с его ударами. Как только была возможность пробить, он бил и смог забить несколько раз. Вот это момент у него! Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно и пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Они забрали мяч и не расстаются с ним. И удар должен последовать. Есть хет-трик. Прекрасная игра. Классно они здесь сыграли в пас. Отдал, открылся, принял, все как по нотам. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Тем временем у нас 3-1. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Что касается владения мячом, то Монпелье выглядит действительно здорово. Здорово они смотрятся, в середине поля хорошее движение мяча, но в данной ситуации, когда ты ведешь в счете, это, пожалуй, лучший вариант, чтобы измотать соперника еще больше. Теряют они мяч. Опасно! Ну-ка, накажите их за такой. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Явно не лучший момент для потери. Отличное спасение. Отбил мяч вратарь. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Надежная игра вратаря. Пришло время выпустить свежего игрока на поле. Он делает короткий пас, решил не навешивать. Защитник прерывает эту верховую передачу. Прекрасный навесной удар! Этот гол засчитан не будет, его автор был в положении вне игры. Судейская бригада четко разобралась в этом моменте. Офсайд был, пусть и небольшой. Удар! Нужно играть, вратарь не забрал мяч. Мяч в воротах, отличная игра голкипера здесь, ничем не помогла. Очень обидно должно быть сейчас вратарю. Все-таки смог он справиться с очень непростым ударом и сделал отличный сейв. Но добивание, с добиванием уже ничего поделать было нельзя. И мяч все-таки оказался в воротах. Игра продолжается. Счет 3-2. Никуда выигрывающая команда не торопится. Катает мяч у себя на половине поля. Но увлекаться, мне кажется, этим не стоит. Саванье. Неплохо. Сейчас команда контролирует мяч. Мяч не пошел дальше. Удар заблокирован. Мяч за пределами поля. Будет удар от ворот. Девять минут играть в основном времени этого матча. Ищут они разные варианты для атаки. Как он работает с мячом! Всех обыграл! Потащил один удар, но может быть и второй. Отлично вратарь сыграл. Еще с одним ударом справился.
Вратарь тащит важнейший мяч. Можно сказать, благодаря этому спасению сохранился счет на табло. Честно сказать, я тоже уже видел мяч в воротах. Аут будет отлично. Борис сыграл сейчас. На поле замены выходит новый игрок. Саванье. Продолжает идти вперед. Можно забивать тут. Уверенно играет вратарь. Последняя минута второго тайма. Они отстают всего на один мяч. Сейчас нужно сделать все, чтобы результативно завершить эту атаку. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Хороший пас получился. Хороший пас, хороший прием. Уверенно действует вратарь, мяч выбит. И все, хозяева ничего не смогли сделать с соперником и проигрывают этот матч. Всего один гол решил исход этого матча. На один мяч больше забил соперник и был таков. Обидно проигрывать такие матчи, где обе команды оставляют все силы на поле. Всем привет с Allianz Stadium. Попасть на этот матч было сложно. Слишком большой ажиотаж, и арена не смогла вместить всех желающих. Зато у вас лучшие места для просмотра матча на EATV. Меня зовут Георгий Черданцев. Работаем сегодня мы, как всегда, с коллегой Константином Геничем. Смотреть сегодня будем второй матч в группе. Предсезонный турнир продолжается. Это должен быть отличный матч. Продолжается подготовка команд к новому сезону, и никак она не может пройти без предсезонных турниров. Второй групповой матч сегодня. Интересно будет посмотреть на составы обеих команд и какие изменения в игру внес тренерский штаб. Попробуем по максимуму их сегодня заценить. Есть на фланге пространство. Мяч за боковой линией. С мячом вперед он идет. До ворот оставалось совсем немного, но атака закончена. Важный матч сегодня для него. Дебют за новую команду. Как думаешь, получится у него сегодня? У него есть все задатки для того, чтобы стать главным действующим лицом своей штрафной. Такого цепкого защитника еще поискать. И выносит мяч защитник. Сейчас счет может измениться. Нет, этот гол засчитан не будет, хотя все здорово получилось в атаке. Неплохой момент для нападения, ну пусть небольшой, но все-таки здесь был офсайд. И открывается партнер под атаку. Удар. Четко работает защита, удар заблокирован. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блестяще он с соперником разобрался.
Такого игрока нелегко пройти один в один. Посмотрите, как четко он отобрал мяч. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента. Удар точно в руки вратаря. Этот пас перехвачен. Ох, опасно могло быть. Такой удар классный. Пойди такой удар в створ у вратаря, были бы большие проблемы. А так миновала опасность. Вариант, куда сделать пас. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Не получается его остановить. Есть подача в штрафную. Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Повтор голевой атаки у нас. И не могу не ответить на вес. Он получился идеально. А вот защита сыграла в этом моменте противоположно плохо. Проспала она эту подачу. Один-ноль. Сейчас будет веселее. Отличное оборонительное действие. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Хороший по задумке пас. Увы, ничего интересного создать не удалось. Они здорово идут вперед. Есть как продолжить атаку. Может он сравнять счет? Нет, не попадает он в ворота. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Такой пас никуда не годится, мяч переходит к сопернику. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Положение вне игры есть, пусть и еле заметно. Вот такую поддержку надо бить. Мяч в сетке, оборона вновь не справилась. Какие-то сантиметры отделяли его от гола в этом моменте. Но для нападающего все сложилось удачно. Мяч от перекладины залетел в ворота. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. Закончен первый тайм, и судья дает свисток на перерыв. Начинают второй тайм команды. Навес на дальнюю, пожалуйста.
прошел. Нет, отличный момент упущен. Обидно, можно было вернуться в игру, но как-то им сегодня не везет. Очень хорошо он игру читает, мастерски. В основном в медиа говорили в последнее время только о готовящемся переходе. Были разные версии, разные истории, но теперь мы можем с уверенностью сказать, все это позади, трансфер состоялся. Лично для меня вопросов по этому игроку быть не может. Он один из тех, за кем будущее футбола. Кто может его самостоятельно изменить, причем не только как игрок клубный, но и как игрок всего мирового футбола. Тащит вперед мяч. На вынос играет защитник. Все возможности для контратаки перед ними. Теперь мяч будет у соперника. Так уходит он от защитника. Навес точно в руки вратарю. Неплохо получается игра в пас. У команды нужно постараться забить и сократить отставание. Будет угловой. Из обороны выйти не получилось, мяч не выбит. Надо попробовать что-то другое. В атаку они переходят. А это шанс один отыграть. Бей! Разрыв в счете сокращен до минимума. И теперь команда получает, что называется, психологическое преимущество. И постарается сравнять счет. Вот что значит по-настоящему уйти в отрыв. Отличная физическая форма, поставленный удар, и мы видим то, что видим. После этого гола счет у нас стал 2-1, тем интереснее смотреть. На этом атака закончена, хороший перехват. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Соперника нет на фланге, можно идти вперед. Получается налезть в штрафную. Гол! Еще больше они закрепляют свое лидерство. Теперь плюс 2 гола. Повторяю там голевую атаку. Какой навес у него получился. Прямо идеальный. Отлично мяч нашел голову своего игрока. Удар получился без шансов для вратаря. Уже 4 гола в этой встрече забито, 3-1 счет. Двадцать минут осталось игры. Навес в центр штрафной. Это был отличный удар, но мяч изменил направление. Они снова с мячом, пас перехвачен. Передачи следуют одна за другой, но нужно найти свободную зону. Есть хороший момент. Классно играет вратарь. Свежий игрок появляется на поле. Мяч летит в центр штрафной. От ворот мяч будут в игру вводить. Отличный отбор мяча. Варианты тут. И забивают они. И есть еще время. Можно попытаться свести матч к ничейному результату.
очень хотел прорваться к воротам, и ни защитники, ни вратарь его остановить уже не могли. Счет 3-2, смотрим дальше. Пошли последние 10 минут игры. Опасный пас. И назначает арбитр пенальти. Вот это да, в самой концовке и вот такой поворот. Это пенальти абсолютно справедливый, а вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку, и обязан капитан команды будет вмешаться. Нужно забивать и снимать все вопросы о победителе. И это гол с пенальти. Вот повтор. Да, удалось ему обмануть голкипера, глазами показал в одну сторону, а ударил в противоположную. Здорово. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество. 2 гола у одной из команд. И пас перехвачен. Двигается с мячом вперед. Тут может что-то получиться. Гол. Если у кого-то были сомнения, что разницы в 2 гола им не хватит, теперь их точно не останется. И показывает нам повтор этого гола. Здорово обокрал защитника и тут же не менее здорово пробил. Нельзя спать у своих ворот, товарищ. В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Они делают много передач. Видимо, хотят довести атаку до последнего. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты добавлено. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Тащит вперед мяч. Пробить бы. Может играть. Вратарь не забирает мяч. Что была атака, что не было. Все, финальный свисток судьи фиксирует поражение гостевой команды. Совсем у них игра не получилась. Соперник ни шанса им сегодня не оставил и забил неприлично много. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Ну что тут еще скажешь? Замечательное настроение, замечательная игра. Его дубль помог команде одержать сегодня важную победу, а он сам пополнил свой голевой запас. Приглашаем вас на футбол и говорим привет с отличного стадиона Сан-Сиро, где погода по-настоящему футбольная. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня вместе со мной работает Константин Генич. Всего один матч осталось командам сыграть на групповой стадии, и его-то мы и смотрим. Без сомнения, матч этот вы не зря выбрали. Обе команды хотят завершить групповой этап победы. Это очень важно для хорошего настроения и дальнейшей подготовки. Так что им есть за что сегодня сыграть. Пару слов о турнире надо сказать. Он проходит очень хорошо и очень радует организация. В таких условиях, конечно, команды способны показать свой потенциал и качественно подготовиться к новому сезону. Навес в штрафную. Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Судья не засчитывает этот мяч. Было положение вне игры. И спорить здесь никто не будет. Очевидный офсайд.
Очень хорошо он игру читает, мастерски. Отличный удар. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. В игре вратарь. И разыграть решили угловую. А вот это будет очень опасно. Классно играет вратарь. Решили разыграть мяч вместо навеса в штрафную. Четко и просто вратарь играет. Здорово переходит вперед. Соперник пытается перестроиться. Он меняет направление атаки. Есть удар. Перекладина играет за вратаря. И все, на этот момент заканчивается. Очень здорово они все сделали в прошлом моменте, но, к сожалению, в завершающей стадии точности им немного не хватило. И, похоже, у них еще что-то может получиться. Что скажешь об этом игроке? Он готов стать главным действующим лицом этой встречи? На его счету дубль в прошлом матче, так что защите стоит играть против него особенно внимательно. И уже вблизи своих ворот мяч ему удается перехватить вовремя. Перехват, они снова с мячом. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Хорошая игра в пас. Соперник будет с мячом, не получилось его сохранить. Отличная верховая передача. Можно забивать. Хорош защитник. Но это просто супер вратарь. Явно не лучший момент для потери. Справляется вратарь, хорошо сыграл. Позиция для удара отличная была, а вот пробить как следует не получилось. Да неприличие легким получился удар для голкипера. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Этот удар не прошел. Отличная игра в отборе, но будет угловой. В центр штрафной мяч с углового летит. Не доходит мяч до игроков штрафной, плохо угловой исполнил. Нужен удар. И они забивают. Начало положено. У нас есть первый гол. Еще раз голевую атаку давайте посмотрим. Много передач было. Устроили они такую тики-таку сопернику. Не скажу, что это сверхъестественный гол. Все сделано как по учебнику. Точно удар буквально в упор. Но именно это и называют классикой атаки. 1-0 в нашей игре. Отличный пас он отдает. Бьет поворотом. И удар заблокирован. Можно провести контратаку. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Переходят они в атаку. Из-за боковой мяч будут вводить.
И тут может что-то получиться. Гол! А где же вратарь? Ау! Повторяют нам забитый мяч. Очень странным он получился. В пустые ворота, и здесь никто не помешал. После ответного мяча у нас 1-1. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. Игра без мяча на самом высоком уровне. Теперь он уже с мячом. Отбор исполнен чисто. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр к основному времени. И ближе к воротам игра переходит. У вратаря получилось отбить мяч, но он в игре. И на этом первая половина матча подошла к концу. Далее перерыв. Возобновляется игра на Сан-Сиро. Отличный отбор, соперник остается без мяча. Интересное кино у нас получается. Серхио Каналес переходит. Извини, что прерываю. Вот сейчас нужно забивать. Гол! Они снова впереди. И смотрим еще раз, как он поражает верхний угол ворот. Очень здорово исполнено. Мастерство в чистом виде. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Нужно набирать скорость. Мяч уже на чужой половине. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Все-таки арбитр поднимает флаг. Посчитал, что было положение вне игры. Свежего игрока на поле выпустят. Пришло время выпустить свежего игрока на поле. Им удалось забрать мяч. Идет он дальше сейчас. Вернейший момент он упускает, чтобы еще больше разницу в счете увеличить. И сам он не понимает, как не забил из такой выгодной позиции. Через пас нужно от такого прессинга уходить. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Вот это пас прекрасный. А пас-то как? Отличный удар с лета. Он здорово поймал мяч и классно пробил. Чуть не повезло ему в этом моменте. У нас замена. На поле выходит новый игрок.
Серия хороших передач, неплохо комбинирует команда. Надо пробить. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Но это, как говорится, зачем такому солисту оркестр? Ему нужна только публика. Аплодируем голу. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1 еще. Потеря. Все, в оборону. Двадцать минут до конца основного времени матча. Это мимо. Пришло время замены. Тренер решил внести свои коррективы в игру. Перехват. Мяч переходит к другой команде. Какой момент! Этот гол означает, что осталось забить всего один, чтобы спасти эту игру. Времени остается немного, но они постараются. Повтор голевой атаки у нас. И отмечу передачу. Здесь он сыграл действительно очень классно, тонко, и до последнего казалось, что мяч не дойдет до адресата. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход 1-1, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Игра продолжается. Счет 3-2. Хорошая игра в пас. Но нет, ничего опасного они уже не сделают. Мяч переходит к сопернику. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Мяч остался у него. Может он сравнять счет? На месте голкипер. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Здорово защитник играет. Мяч у вратаря. Все в порядке. Так, теперь все вперед. Вратарь вперед. Все вперед. Атакуем. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Тут контратака может получиться. Можно забивать тут. Какой опасный момент. Очень надежно и уверенно играет голкипер. И разрыв в счете остается минимальным. Шансы на ничью еще остаются. В центр штрафной пошел мяч. Этот угловой не привел ни к чему опасному. Мяч совсем близко к воротам. Нужно искать свободную зону для передачи. Здорово играет вратарь. Дает главный судья свой последний свисток на сегодня. И он фиксирует победу хозяев. Всего в один гол разница в счете. Такая победа дорогого стоит, потому что, судя по игрокам, все выложились по полной. Рабочая победа. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действием.
Спасибо вам, что пришли. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо за ваши вопросы, но время завершать общение. Игра началась, смотрим. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Получается сохранить мяч в игре. Ну, кто так играет? Просто взял и отдал пас сопернику. В атаку они переходят. Может он идти дальше. У него отличный шанс. Хорош вратарь. Ангбан. Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Ангбан. Не торопится арбитр со свистком. Дает играть команда. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар нужен. Мяч в сетке. Есть первый гол в сегодняшней игре. Еще раз давайте на гол посмотрим. Они очень здорово сыграли в прессинге. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Есть удар! Отлично играет вратарь! Даже немного жаль, что был офсайд. Очень яркий сейв. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Ангбан. Хорошо, он мяч защищает от соперника. Ох, какой перехват. Спас свою команду от больших проблем. Вот так они остались без мяча.
Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Хорошо в отборе сыграно. Будет аут. На этом атака закончена. Хороший перехват. Потери и мяч у соперника. Все возможности для контратаки перед ними. Отличный пас на ход. Гол! Теперь догнать будет еще сложнее. Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. 2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Защита сейчас как в осаде. Обложили их соперники. Ищут единственно верный пас. Мяч достается сопернику. Плохой пас. Владение сейчас полностью за гостями. Сопернику от этого... Постой, вот опасный момент. И есть возможность тут. Отличная игра в отборе. Супер момент у него. Вратарь выручает команду. Немного у них было моментов сегодня, но сейчас трибуны активизировались. Этот угловой хорошая возможность один мяч отыграть. В центр штрафной пошла подача. Молодец защитник, выносит мяч. И пробил. И где гол-то? Алло! Как ты умудрился не попасть сейчас, а? Этого мы не узнаем, а вот то, что счет не в их пользу и таких моментов больше может не быть, это факт. Командам осталось играть всего одну минуту. Маловато будет. И это было последнее, что они успели сделать в первом тайме. Впереди перерыв. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Отличная оборона. Сокращай разрыв. Непростой момент для вратаря, но он вырвал. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. До ворот уже было недалеко, но мяч отобран. Мяч за боковой линией. Главной темой последних дней был переход одного из самых талантливых игроков своего поколения в Челси. И вот сегодня, наконец-то, мы можем сказать об этом официально. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Мяч хорошо двигается в атаке, нужно продолжать. И ничего здесь опасного не получается создать.
Эту игру еще можно вытащить. Осталось забить всего один. И сейчас они пойдут вперед. Повторяют нам гол с очень близкого расстояния. Бил игрок. И тут оставалось только не промахнуться мимо ворот. Вратарь-защитники выступили здесь в роли статистов. Счет 2-1. Молодец, арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Мяч будет введен из-за боковой. Немного точности не хватило пасу, будет аут. Мяч остается в игре, и из этого может получиться что-то опасное. Хорошо, команда играет в пас. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. И разыграть решили угловой. Второй угловой подряд они подадут. Идет в штрафную мяч. Выбили мяч из штрафной. Есть варианты для развития контратаки. Нужно играть быстрее. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс... Гол! Вот такой поворот в этом матче. С минус двух счет становится равным. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Мы смотрим матч двух равных команд. Счет 2-2. Хорошее владение мячом они показывают. Мяч совсем близко к воротам. Нужно искать свободную зону для передачи. Хороший момент и опасный удар. Вратарю повезло, что не в створ. Нужен свежий игрок на поле. Будет замена. Слушайте, ну это просто Барселона-Гвардиолы в лучшие времена. А вот чуть точнее, а? Повезло сейчас сопернику. Могут выдохнуть. Мяч вперед идет к чужим воротам. Никак не получается найти свободную зону в штрафной. А удар-то будет. На месте голкипер. И штангу от вратаря мяч попадает. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Пусть немного, но он все-таки был за линией офсайда. Готов свежий игрок войти у нас в игру. Продолжают болельщики гнать свою команду вперед, ведь ничья — это не то, что они сегодня ждут.
Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Ничья их явно не устраивает. Одной хорошей атаки может хватить для победы. Очень опасная атака, но всего один перехват, и она закончена. И будет аут. Решил пробить. Удар не проходит. Хороший блок. А вот это будет очень опасно. Замену будет. Пора новые силы вводить на поле. 85-я минута матча идет. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Хорошая возможность, чтобы украсть два дополнительных очка. Игнать. Получается отдать на ход. И здесь ничего опасного не возникает. Отличный момент есть. Свой же играет за соперника, и боковой судья показывает вне игры. Отличный блок спасает соперника от верного гола. Думаю, все понятно по их лицам. Момент получился опаснейшим. Получается сыграть на перехвате. Продолжает идти вперед. И что дальше тут будет? Все, ничью фиксирует финальный свисток арбитра. Так и не хватило времени обеим командам сегодня, чтобы выявить сильнейшего. Ну ничего страшного, это был только первый матч сезона. Он сегодня провел выдающийся матч. Сегодня игрок сделал все, чтобы его команда выиграла, но ошибки в защите были допущены фатальные. Тем не менее, отличная результативность. У чужих ворот его было не остановить. Для начала хочется поблагодарить вас, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо, что уделили время.